Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем темные картинки Дом Пепла. Мы нашли кол, соответственно, продолжаем сразу же, ну, для себя и сразу же, для вас там через какое-то время. Пока еще не знаю, через какое было, но ладно. Так, смотрим. Воняло смертью, а вокруг валялись, привлекали мух. Кроу считает, что сюда после ограбления... Мне жаль этих несчастных скитальцев. Какой страх они должны были испытывать? Это не то, что он хотел нам показать. Неземной. Когда Мэри спросила, что это, Брэдшоу дала знак Кроу, и тот достал динамит. Она сказала, что намерена это выяснить. А сейчас, скорее всего, будет история. Четвертый. Дыру в скале, мы все дневники нашли. Мы обнаружили врата в странный подземный мир. Снизу исходило зловещее мерцающее свечение, озарившее всех нас. Леди Брэдшоу настояла на том, чтобы мы спускались дальше. Возможно, Мэри права, и Брэдшоу становится безрассудной и неуправляемой. Но я не могу перестать думать о том, что находится там, внизу. Сейчас мы вместе с Кроу и Пульманом устанавливаем лебедку и подъемник для спуска в шахту. Интересно, что за тайны скрыты в бездне, куда никогда не проникал солнечный свет? Ну... Что это? Они здесь нашли что-то странное. Да, реально. Как бы, ну, в чем прикол? Я в первой части химоружия, во второй просто сотрясение, там, глюки. А здесь-то что? Ну, здесь тоже, значит, что-то должно быть. И чё? Просто? Его чё? Как будто высушили. Наверное, исследователь. Я не пойму. Я... У меня ни одной догадки нет. Но это может быть какой-то газ или что-то еще. Подожди-ка. Растяжка. А чья? Это Рэйчел взорвалась? Но растяжка не там. Так, надо запомнить за Рэйчел. А где-то есть растяжка. Так, ну, это мы допустим. Так, если я посмотрю вниз, это нас дальше двинет или нет? Нет, это мы просто посмотрим. Хорошо. И? Ну, я отовсюду посмотрел и... А, вот так. А, ну, я бы тоже так сделал. Так, а здесь что у нас? А, ну это мы читали, да? Да. Что-то как-то, по-моему, она ближе лежала, не? Погнали дальше. Мне очень нравится вот эта серия игр, прям. Опа! А я знаю, что это. Говно. Что там? Ничего, чтобы нам пригодилось. Красота. Ты глянь на резьбу. Мне не нравится, когда вот так вот свет моргает. Мне сейчас даже на драгоценности короны насрать. А, вы забрали все же. Хорошо, молодцы. Я бы тоже взял. Так, ну вроде ничего такого нету. А давайте мы сначала осмотримся. Ну ладно. Класс. Хорошее место для заряда. Этим уродам снизу точно придется здесь пролезть. Ставлю заряды. Да. И на эти столбы, чтобы охват был больше. Так проще заметить растяжки. Думаешь, они знают, что это такое? Лучше вот не она, растяжка. Заминируем стены. Так легче их накрыть. Меньше разброса, зато лучше спрятано.
Ну что? Смотрите, если я размещу их по центру. Лучше охватим побольше. Ставь по центру коридора. Давай. Каждый заряд на счету. То есть, если я бы хорошо спрятал, она бы, наверное, не заметила и взорвалась. А я... Вот сейчас я... Я слышу, как ты думаешь. В чем дело? Надо было стрелять в воздух. Бля, вот зачем я спросил? Ту же девку. Может, хватит уже об этом? Да? А что тут скажешь? Ты знаешь, тот КП был главной целью смертников. Пришлось действовать быстро, принять решение. Но мы ошиблись. Но такие решения всегда сложно принимать, друг. Почему никто не говорит, как есть? Все придумывают себе оправдание. Мы ведь потому и сели в эту песочницу. Я хочу правды, Джейсон. Не могу я забыть, как она погибла. Хочешь сказать, у тебя все по-другому, а? Мы ошиблись. Если выберемся, будем жить с этим. А если умрем здесь, может, нам так надо было прятать. Вот почему она взорвалась. Она взорвалась, потому что они были в центре. Она запнулась и... Ты что, шутишь? А если бы я спрятал, она бы не... Готово. Вот почему она взорвала... Потому что... Регбист, это главный ястреб 2-1. Тут лабиринт. Целус эту сигнатуру обнаружил? Прием. Никак нет, лейтенант. Тут куда глубже, чем я думал. Отступайте, конец связи. Закрепи тут камеру и пойдем назад. Вот она моя ошибка сейчас. Надо было прятать. Лишь поэтому она умерла на картинке. Но это если она запнулась. А если она не запнулась, значит она не умрет. Поэтому будем наготове. Ой, фу. В кровище. Эрик! Эрик! Где ты? Но он тебя не отрезал. Ник? Джейсон? Господи, да не ори ты, пожалуйста. О, черт. Так, руки на место. Так, осматриваемся. А что? Кровь за все это время? Или это не кровь? Нет, это кровь. Не к добру это. Твою мать. Чего? Это что у нас? Даже читать пластиковое удостоверение личности даже читать не буду. А кто там? Ладно. Я вот даже вот туда идти не хочу. Я подозреваю. Я подозреваю, вот эти вот бурлящие лучше обходить. О! Это же старый шумерский шлем. Вау!
А, допустим. Даже если глюки. Так, тут не бурлит. Даже если глюки, но... Как? Откуда? Это что сейчас было? Откуда следы тогда когтей? Твою мать! Что за... Смотрю назад, и впереди какая-то хрень начинает это. Ну, кейс, я согласен, что это глюки, но я не понимаю, откуда следы тогда. Что на них тогда нападает? Ну, они же видят крылатых тварей. Ну, хотя, в принципе, во второй части тоже много чего видели, и в первой. Кость. А, я думал, она хочет поджечь кость. Ну ладно, тряпка. Так ее настолько не хватит, тряпки. Ты чё, да даже... Мокрая тряпка в крови. Ну я даже не знаю. Чё-то, по-моему, это херня. Мне интересно, как они все это обставят. Что это? Кто? Это демоны, хорошо. Демоны из-за чумы, демоны там проклятия и всего прочего этого дерьма. Ну... Блин, это настолько... Будет смешно, как они это представят. Что это? Кто это? Почему? Так, идем спокойно. Размеренными шагами. Теперь мне интересно... А, ну у нас одна. У нас в одну сторону. Что это за свет? Я надеюсь, что я растяжку поставил. Блять. Я надеюсь, что я растяжку поставил. Все же так, чтобы она не сдохла. Но, по-моему, она поставлена так, как раз, как на картинке, чтобы она сдохла. О, здрасте. Слюна. Мы собрали в пробирку черную слюну из пасти существа, извлеченного из кокона. У всех, кто нюхал это вещество, наблюдается учащенное сердцебиение. Они испытывали сильное чувство страха. Некоторые сообщили о странных нарушениях зрения, таких как измененное восприятие света. Мы попытались получить дополнительные образцы слюны с места нападения на М. Запах был настолько сильным, что для сбора потребовались респираторы. Рекомендуем всегда использовать маски при работе с образцами, чтобы избежать их воздействия. Ощущение похоже на действие грибов. Псилоцибин? Так. Так. Хорошо. Какой-то газ, какая-то слюна, что-то, что вызывает глюки. Хорошо, что вызвало глюки? Настолько сильные. Тогда откуда когти? Опять глю... Опять же глюки, значит. Твою мать, отвали нахер от меня, чучело. Ну эта херня за мной идет. Она выпрыгнет сейчас в любой момент. Да иди ты нахер, я тебя не боюсь. Блять, она все ближе. Так, наготове. Обосратушка. Здрасте.
успел. Допустим. Ага, не видит. Хорош. Бежим. Ну, живо! А ты откуда? Женщина! Скажи мне, как ее звали? Кого? Жену. Как ее имя? Не смей говорить о ней. Это не он, дебил. Прошу, я не хотел тебя обидеть, просто... Мы тут вместе застряли. Поговорим? Давай. Зачем сражаться? Вы уже проиграли. Думаешь... У меня есть выбор. Я хочу здесь быть. Я сражаюсь, чтобы мой сын пошел в университет. Чтобы его жизнь была лучше моей. Да уж, понимаю. Мой сын. Его зовут Зейн. Ее звали Рэйчел. Что за нах? Сиди тут. Сейчас вернусь. Это твой лог! Ничего ты! Как его связали? Вроде ведет наружу. Вдруг сможем подключить радио и послать соц. Попробуем. Шансов мало. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Но куда-то же эти провода идут? Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Все равно. Что-то мне не хочется туда лезть, чтобы... Воу, это что еще за херь? Какого хера, Джоуи? Это что еще? Это что за херня? Ты кто? Блядь, Джоуи, это я! Ой, хорошо, что я взял эту херню. Боже мой! Красавчик! Шевелись. Здесь опасно. Не знала, что ты... Дерусь? Да, я тоже.
Что это было? Не знаю. Но оно здесь не одно. Где ты была? Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда умирать. Блять. И это еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь. Ну, естественно, благодарна. Господи, я благодарна. Спасибо. Semper Fi. Надо выбраться из этой дыры. Хм, здесь ты пряталась? Оружие есть? Я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Сильно болит? Да. А, сильно. Можешь не дергаться? А, спасибо, Рада. Ну, спасибо. Спасибо. Как-то два варианта, в принципе, нормальных, а в чем разница-то? Я видела такое в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Значит, это есть она не путь. Просто... Но нам не по зубам. Значит, он не просто такой цвет не кожи. Не влезем. Зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь. Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Твою мать, лезь без страховки на сам... Забавно. Серьезно, вылезли? Ладно, ты альпинизмом занималась. А она каким образом? Так, кашляет она неспроста. Ее заразили. Ты как? Сейчас, минуту. Ладно, не умрем. Это не точно. Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросы я в своей жизни не слышала. У нее она прям синяя. Что, решила устроить мне бойкот? А что тебе сказать? Не знаю. Хочется как-то отвлечься от этого места. Ладно. Почему ты стала физиком? В смысле, ну... Что, по мне не скажешь? Ну да. Что, мне нужно одеваться по-задротски? Я не об этом. Просто не тот типаж. Никто не ожидал, что я могу связать жизнь с наукой. Нашла свое. Об этом я кое-что знаю. Да ну. А, какие-то откровенные. У меня есть другой. Ты не удивлена? Ник, да? Так видно? Ха. Эрик знает? Да, теперь знает. Я хотела начать сначала. Стать кем-то еще. Да. Ты правда кое-что знаешь.
Твою мать. Клариса, что с тобой сделали? Рэйчел, не бросай меня здесь одну! А давайте спасем. Хорошо. Я хочу знать, что будет. Я просто здесь. Обещай, что не бросишь. Не брошу. Обещаю. Но расскажи мне, что с тобой сделали? Наверху есть лекарства. Они помогут, но надо спешить. Ну! Так, ну пока она не превратилась. Дай мне руку. Так, ладно, она пока еще в адеквате. Нам нужно на ту сторону. Тут нет шансов. Не время сдаваться. Ладно, допустим, это чума, но окей, почему они превращаются в хрен пойми что? Веревка порвется. Да стой! Ничего не порвется. Ты правда веришь, что лекарства помогут? Держись, мы почти на месте. Обнадежим. Ты мне так и не ответила. Блин. Нет. Других шансов. Ну да, логично. Мы сможем. Живи, сказал. Фух, успел. Естественно, помочь, блин. Как ты? Мне кажется, это как-то повлияет. Как тебе такой ответ? Нужно дойти до храма. Я, возможно, сейчас совершаю очень, мать ее, большую ошибку, но... Но лучше я совершу такую ошибку. Я помогу лучше человеку, но я не хочу, типа, кровь на руках оставлять себе. Да, она заражена. Да, это, возможно, чума. Да, возможно, она не выживет, но... Нельзя бросать человека. Похоже, им там намного веселее, чем нам здесь. Прием. Пока развлекаются без нас, я спокоен. На камерах внутри ничего. Прием. Не зевай. Так, а что посмотреть? О, картинка, сразу причем. Бля, увидите свою смерть, охрененно просто. Так, кто-то ему свернул бошку. Это не есть хорошо. Это тренда нехорошо просто. Так, чей-то дневник. Каталог находок Ван Хёйтен. Все больше находок так или иначе связаны с проклятием Нарам-Сина. Это проповедь об отношениях между богами и царями. Датируется периодом третьей династии Ура и Месопотамии. Нарам-Син был аккадским царем, внуком Саргона, древнего основателя Аккадской империи. Исторические хроники изображают его набожным человеком, почитавшим богов.
почитающим богов. Ну, в принципе, да. Однако персонажи из истории о проклятии сильно от этого отличаются. Образ Наран Сима в мифах был подобен Иову, покинутому богами. Он гневается на них, а затем идет на них войной. Такое богохульство не останется безнаказанным. На Наран Сина обрушивается проклятие, первым из которых становится вторжение горных племен Гутиев. Эта война приводит к голоду, который уничтожает народ Наран Сина. Мораль истории в том, что человек должен покорно принимать страдания, каким бы неясным ни казались замыслы богов. Наран Син должен был смириться с тяготами. Развязав войну с богами, он начал бой, который не смог выиграть. Ну, дальше. И об их находках никто не узнал. Они остались под землей. Ага. Глиняную табличку я находил. Аккад без указания даты. На одной стороне клинопись, священное песнопение для защиты от злых духов. Глиняная табличка со звездами. Созвездие похоже на кита. Эти звезды имели какое-то значение для жрецов храма. А фрагмент гематитовой цилиндрической печати, украшенной вертикальными рядами клинописи. Вокруг изображено большинство большого гутийского города. Аккадцы верили, что Гутии были демонами. Эта находка говорит о том, что они были более развиты, чем считалось ранее. Хорошо, это я тоже понял. Пока чисто. Да блин, я же не все посмотрел, наверное. Если полезут, то я думаю, что скорее всего из разлома. Если? Приступ оптимизма, лейтенант. Слышь, полковник бы и жопу потерял, не будь она приделана. Видишь нашего пропавшего друга? Салима? Не, не вижу. Мы ничего не знаем о нашем противнике. Знаем. Мы прямо посреди его территории. Хреново дело. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу. Сравняем счет. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Черт. Тем более под землей. Если бы вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Начальство только обсираться умеет. Ну, кстати, да, я совершил большую ошибку. Ну, как сказать. Начальство всегда совершает ошибки. Чей это? О, табличка еще одна. R73. Табличка со сражением. Так, это мы там были, да? Идемте дальше. Господи, сколько тут всего интересного, да? Так, возьми кружечку, отодвинь ее. А сразу нельзя, да? Так. История болезни. Имя Мэри. Возраст, пол не указаны. 30 декабря. 2 часа ночи. Темп. Температура 38,1, повышенная потоотделение, 230 мл физраствора. 3,30, температура 38,2, пульс 152, пациент в сознании, бредит. 11 часов, температура 38,3, повышенное потоотделение, желтушность, бредит, жаропонижающий не действует. 12,15, температура 38,3, пульс 165, ненадолго приходит в сознание, говорит, что видела тьму и ощущает красный вкус. В смысле красный ощущать? В смысле красный, может, кровавый вкус? Теряет сознание. 16.45, приходит в себя, кричит о чудовищах во тьме, лихорадка и желтушность усиливается. Вот. Кричит о чудовищах. 18.00, температура 38.2, пульс по-прежнему частый, около 150, спит. Примечание. 2 дня после контакта с созданием. Ага. То есть каким-то образом эти твари заражают людей и превращают их в себя. Адресат Ван Хёйтен. Новые находки для каталога. Глиняные сосуды, акадские 4 штуки. Костяная флейта, кинжал украшенный, обнаженная сидящая статуя, глиф со звездами. Аже. Что за аже? Заметка для статьи. Я так и знал. Образец не подчиняется известным нам
законам биологии. Как долго эти существа жили у нас под ногами? Они просыпаются каждые несколько веков, чтобы охотиться на нас. Вопрос. Акадцы знали о них из легенд предков. Пазузу явно служит их изображением, предполагая, что их нападения послужили основой фольклора для всего человечества. Древний миф, призывающий все культуры. Крылатые демоны, рогатый сатир, минотавр, вампир. Ну, на вампира больше смахивает, да. На каких-то низших вампиров, которые только инстинктам, господи, своим подчиняются и тыры-пыры. Как-то так. Так, что еще есть? Так, это радио, это я понял. Радио в самый последний момент. Так, что за фейк? А, гробница Александра. Умные черти. Тут ложное место раскопок для грабителей. Знали, что здесь их ждет нечто особенное. Понятненько. Так, что-нибудь еще есть? Так, радио это меня сразу перекинет, я так понимаю, да? Ну. Давайте мы туда сходим. Ну, чисто вот ради интереса, надо будет сразу туда. Просто не сходив куда-то, мы что-то можем не найти. Ну, можно как-то побыстрее. Ну, тут бега почему-то нету в этой части. В прошлый как-то они ускорялись немножко. Ну, ты перешагнуть не можешь или что? Так, все, тут чисто, 100%, значит, можно спокойно идти. Так. А где? Лейтенант, ты что там завис? Вот в любой момент его могли просто взять, схватить, и этот бы даже ничего не понял. Ну давай, радио. Да радио, мать твою. Ну, чё? Мне странная нужна помощь, хрень. Чтобы его наладить. Вау. Похоже, это саботаж. Зачем им это? Какая теперь разница? Увидите, что отступайте. Там безопасней. Уверены? Вы там иракца потеряли. Он сбежал в тоннеле. Значит, не жилец. Он не один из нас. Хуй с ним. Супер. Молодцом, сержант. Не кури, дебил. Ты чё, совсем кукухой двинул? Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Кстати, да. Бля, а куда я зажигалку дел? А зажигалка у жены. Чего? Ничего. Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Почини передатчик. Если наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мёрвин, он бы смог. Ясен хер. Что поделать? Если до кобы все было... Они близко. Эти уроды зовут подкрепление. Надо им помешать.
Эти уроды могут помочь нам спастись. Ты сдурел? Они наши враги. Значит, ты еще не видел демонов. Здесь, внизу, демоны. Вот они, наши враги. Салим, ты бредишь? Послушай. Они убили американцев. Почти убили меня. Закрой рот и иди за мной. Ты меня вообще слушаешь? Нет, ты послушай. Иди за мной, или можешь подохнуть тут. Выбирай. Чтоб тебя. Может, там погибнуть? Я остаюсь здесь. Чё за херня? Запни его. Так, я наготове, потому что сейчас будет им махать. Почини уже передатчик! Мне нужно время! Полковник, вернитесь в храм! Я остаюсь. Следите по камерам, чтобы нас не обошли. Я справлюсь. Лейтенант, я... Справлюсь, говорю! Ну! Не оставляй! Нет! Нет! Ты... Тебе говорилось. Ах ты, тварь тупая. Черт. Ну все, хана радио. Эндах, экранок. Вот сучара, а! Блин, сложный выбор. Обойдем его. От него иначе не избавиться. Прикрой! Окей, я понял. Так, сосредоточились. Обходи! Так, готов. Что? Ой, хорошо. Какая? Правая. Хорошо. Не могу прицелиться. Хорош, красавчик. Да чтоб ты сдох, урод. Ну, привет, зайчик. До свидания. Я в лицо ему попал. Ты что, издеваешься? Я ж в него попал, что ты его не убил? Продвигаемся в храм! Вперед! Закрывайте нахер все. Навались давай! Скорей! Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. Стой! Рэйчел? Рэйчел?
Приветики, ребята. Здравствуйте. Ты жива? Не веришь, солдат? Твою, да вы дебилы. Ну не сейчас же. Они же тебя утащили. Где Эрик? Рэйч. Успокойся. Я держал изо всех сил, но веревка порвалась. Она я знает. Не резал ее, правда? Она знает. Я знаю. Без обид. Это ведь он? Ты не самый умный парень, Ник, но даже ты понимаешь, о чем я. Ты с ним трахаешься, да? Ну, господи, ну не на этих же, ну не сейчас. Чё, это все? Хватит! Я знаю, это он, Рэйч. Знаю. Лучше остынь, пока я сдачи не дал. Плевать мне, что ты полковник. Нет, Ник. Да успокойтесь вы. Я пыталась ждать, Эрик. Правда, мне жаль. Всегда верны. Ты выдержал, а я нет. Блять, что с ней? Она заражена. Она превращается в монстра. Зачем ты ее привела? Ей нужна помощь. Ей не помочь. Ей здесь не место. Да, нужно. Стой! Это одна из нас. Отойди, Рэйчел. Слишком поздно. Ее не спасти. Ты откуда знаешь? Ты слышал. Отойди. Джейсон, прошу, не надо. Блять! Блять! Все из-за тебя. Несите ее в палатку. Живо! Пушка. Дам совет. Отложи пулю для подруги. Да! Отступаем к храму! Ой, все. Приехали. Приплыли. Без него ослепнем! Помогите! Ни одну тварь нельзя пропустить! Они уже внутри! Значит, больше не впускай! Даже по приглашению! Ворота! Я займусь генератором! Лариса? Черт, уже одна из них? Блин. Никого! Вот она, моя ошибка. Будто тех мало. Так, ну на камерах они видят. Здесь заминировано? Недостаточно. Я пока еще борюсь. Да, вижу. Давай, идем. Так, переключили на Эрика. Хорошо. Эти твари реально хотят прорваться! А вот на этом мы и закончим.
С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.